Приветствую вас, друзья! Меня зовут Надежда Мирзаханова, и сегодня я вам покажу, как можно проводить регистрацию новичка на сайте Oriflame самостоятельно. В левом верхнем углу есть надпись «Бизнес-возможности». Не входя в свой личный кабинет, нажимаете туда. Дальше онлайн-регистрация, и выходит анкета, где вы внимательно заполняете все данные. Пишите электронный адрес новичка, пароль, который вы придумываете самостоятельно. Можете использовать командные пароли на ваше усмотрение. Новичок ваш потом в личном кабинете может сменить этот пароль. Заполняйте внимательно фамилию, имя, отчество, серийный номер паспорта, дату рождения, номер телефона в формате плюс 7, регион проживания, заполняйте область, областной район, город или населенный пункт, пишите пункт город, улица, дом и квартира. Здесь все понятно. Далее четвертый шаг, завершение регистрации. Вы пишете номер спонсора. Что это значит? Вы пишете номер консультанта своего предыдущего новичка. Когда выходит фамилия, имя, отчество, внимательно проверьте, после того, как вы ввели номер консультанта. Если все верно, все совпадает, продолжаем. Активировать номер консультанта вы можете либо по СМС, то есть на телефон новичка придет код, который он должен будет ввести на главной странице для того, чтобы активировать свою регистрацию. Либо на почтовый адрес придет письмо с активацией, где нужно будет пройти по ссылке, и также регистрация активируется. Далее нажимаем в квадратике «Я согласен», соглашаемся, нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Вот и все. Успехов вам в вашей работе. Всего доброго.